Художник Ника Сафронов написал портрет короля Бахрейна. Он вручил монарху картину в качестве подарка к визиту в Россию. Высокому гостю решили преподнести особенный подарок, и портрет от российского художника пришелся как раз кстати. Я посмотрел материал видео, и я взял, конечно, фотографию, которая ему нравится, которую мне предложил посол в Москве Бахрейна. Вот, мы с ним несколько раз общались, он смотрел промежуточный, а вот мы посоветовали, что оставить, что убрать. Вначале это был флаг, но он не очень смотрелся, мы его убрали, и это будет последующим портретом, более глобальным и масштабным. В ответ король пригласил Никаса Сафронова в Бахрейн и даже предложил провести там персональную выставку. Художник согласился, планирует поездку уже на ближайшую зиму, и там он планирует написать полноценный портрет короля Бахрейна и всей его семьи.